Доброї ночі, шановна хунта, по той бік телеекранів, на ваших гаджетах. Сьогодні в мене легендарно в студії. Сьогодні в мене жива легенда кіно, телебачення, народна артистка України і народна артистка Росії, художниця, драматургиня. По-моєму, я все згадав. Ну і людина, без якої би інакше ми були українське поетичне і не тільки українське кіно. Лариса Кадочникова, доброї ночі. Доброї ночі. Все правильно сказав? Так. Тоді вгощайтеся чаєм. Спасибо. А ви, якщо згадати ваші перші кадри, а вас тоді розглядали майже як голлівудівський стандарт, я маю на увазі, правда, за вами Голлівуд полював? Да, це було таке діло. Якщо повернутися в перший ваш... О, дивіться. Це перший? А, да. Це... Ну, добре, рік не будемо згадувати, коли це було, але це називалося «Останній листок», це за О'Генрі, правильно? Так, О'Генрі. Джема Фірсова знімала, кстати. А от коли ви дивитеся ці старі фільми, я хочу зараз зрозуміти, що ви відчуваєте, коли ви передивляєтеся? Ну, я одразу вспоминаю ВГІК, інститут, і Джема Фірсова чомусь мене дуже любила. Это, по-моему, была преддипломная ее работа. И я помню, я прочитала о Генри, я была очарована этим рассказом. И как-то быстро сняли, по-моему, за 2 дня что-то. И да, очень быстро. И было как-то красиво. Она мне показала материал, я увидела очень красивые крупные планы и трогательная история про эту девочку, которая спас художник. Кстати, і сиряні. Ваша мама теж з мистецького кола, теж актриса. Вона киянка і москвичка. Ні, вона родилась в Києві. Ну, вона киянка і москвичка, правильно? А ви вже москвичка і киянка, правильно? Так. Ага, добре. А у вас був 3 таких етапи, які я хочу зрозуміти, ця ломка, так? Тому що я маю на увазі ВГІК. Це мрія кожного актора, починаючого в Совєтському Союзі. А ви знаєте, був який конкурс? Да, думаю, що шалений. Да. Більше сотні? Ні, ошиблись. Угадайте. Не вгадаю. Нам не вистачить. Угадайте. 1000 человек на одно место. Вот. А після ВГІКу до «Современника» театру тільки 2 попали. Ви і Гурченко. Да. И, кстати, мы с ней сидели в одной гримерке, я уже работала, она пришла. Она просто сразу после ВГИКа не поступила в театр. Потом пришла уже известная актриса с именем, «Карнавальная ночь» уже прошла. И мы подобрались до нашего спільного друга. Так вот, поясніть мені, бо про великі, неймовірні історії кохання наш спільний друг Юрій Герасимович нам дуже багато розповідав. Я маю на увазі геніального Юрія Іллєнка. І там весь час було... Ні, але весь час Кадочникова виникала в цих історіях різних. Він пояснював різницю між любов'ю і великою любов'ю. Так от, що ж він такого вам наговорив, що ви це все покинули? Всю московську... Ну, во-первых, я вам скажу чесно, він мене дуже любив. Очень. И я, конечно, но это позднее уже возникло чувство. Ой, эту фотографию я обожаю. Это на фестивале, это на Днепре. У нас была яхта, небольшая яхта, и он замечательно ее водил. Да, мы так плавали. Так чем он вас переконал, что треба покинуть Москву и ехать до Киева? Вы знаете, я всегда обращала внимание во ВГИКе на этого красивого юношу. Он был очень красив, очень умен. Тогда, вы знаете, все подражали Урусевскому и читали Хемингуэя, и все носили свитер Хемингуэя. Ну вот, без свитера, бачите. Он очень меня любил. Они как-то стояли на лестнице с Пашей Фином. Это драматург, сценарист. Они были юные, красивые. А я пробегала девчонкой вниз на занятия по танцу. И Юра говорит: ты увидел, Паша? Ты видел эту девочку? Паша говорит: да, это Лариса Кадочникова, дочка Алисовой. А ты знаешь, через год она будет моей женой. Бац! И так случилось. А чим він вас купив? Я дивлюсь, навіть календарик у вас лежить, і він вас купив геніальним фільмом Параджанова. Он купил... Вы знаете, он меня очень любил. Он был так влюблен до совершенного безумия. И как-то после романа с Глазуновым у меня, когда закончился... С художником Илья Глазунов. Да, Илья Глазунов, гений, потрясающий художник. Видимо, он смалевал. Да, он очень много писал портретов. И Юра, вот он так был влюблен, что однажды он спросил, можно ли проводить тебя домой. Я сказала, почему бы и нет. И он проводил картины, какие потрясающие. Так Параджанова вы уже знали в цей момент, когда вы переезжали из Москвы? Нет, когда переезжала из Москвы, только благодаря Параджанову и Юре, и они предложили пробоваться в тенях. Ага. Я попробовалась. Я увидела в Москве каталожную Маричку и украинского кино. Я увидела в Москве Параджанова совершенно уникальный. Он был похож абсолютно на Чарли Чаплина. Такой в черной шляпе с усиками. А вы дивились художний фильм про Параджанова? Вот это кадры из него. Это, по-моему, не из него, да? Так, из него, да? Художний фильм Параджанова. Вы его дивились? Я, да, смотрела. Так Параджанов там, такие, якого вы помните? Нет, он другой. Как будто внешне похож, но он другой. Вы знаете, хороший актер и внешность вроде похожая, но Параджанова сыграть невозможно. Невозможно. Почему? Потому что это такая уникальная личность, это такой темперамент, это такая фантазия. Он менялся каждую минуту. Кстати, он в молодости был похож на Лермонтова, и он даже пробовался, он пел, танцевал. А потом с возрастом он стал безумно красивым. Приобретая вот эту седую бороду, сначала черная, потом седина, он стал невероятно красив. Але это спарка ж была. Параджанов и Юрий Іллєнко – это спарка, так? Тобто в цьому випадку. А Іллєнко, який в цьому фильме, такий, якого ви знаєте, Юрія Герасимовича? А это в каком фильме? Ну, в цьому ж, про Параджанова. Про Параджанова нет. Нет, все не так. Нет, это и Параджанов, я не хочу ругать. Ну, Миколайчук хотя бы такой самый. Иван да Миколайчук. Нет, мне кажется, что, понимаете, это очень опасно делать о гении, когда еще живы те люди, которые работали с ним и знали. Понимаете, я слишком его хорошо знала. Я его видела каждый день. Мы с Юрой бегали почти что каждый день к нему домой и знали его во всех ипостасях. Это был уникально. Вообще все сходились в этот дом. К нему можно было войти, так, открыв ногой дверь и с какими-то подарками, едой. І він, пожалуйста, проходіть, і все. Пані Лариса, а я чому так запитую? Тому що, якщо просто взяти... Так, ну, якщо викласти вашу біографію, хоча б просто по рядочку кожен поворот, готовий сценарій для такої крутої голівудівської драми. Абсолютно правильно. Хто би міг зіграти Ларису Кадочникову? Никто. Я. А ну уявіть собі, хто би і як би мав грати? Ви розумієте, в чому діло? Я настільки... странное, противоречивое, что, ну, я не знаю, кто. Конечно, похожее можно найти. Как, когда меня приглашали в Голливуд, то продюсеры, тогда я не знала, что такое слово продюсеры, тогда не было понятия. Двое продюсеров, которые увидели меня и сказали, вы похожи, у нас есть актриса Одри Хаббард. Вы на нее похожи. А это была моя любимая актриса. И все в институте говорили. Но на самом деле все равно я другая. От, Марічка, може. А коли відбуваються оці ретроспективні покази в Києві, знаєте, там були фільми Миколайчука, ретроспективні Іллєнка. Ви на такі любите ходити речі, передивитися це все чи ні? Чи ви стараєтесь? Ні, ну чому? Я люблю, во-первых, я люблю общение. И я люблю знакомиться с интересными людьми. Потому что у меня очень интересные друзья, фантастически талантливые, красивые, творческие, и это какое-то такое объединение образовалось. Ведь в тот период Іллєнка, Параджанова, Лёни Осыки, ну, я могу, Артура Войтецкого, можно перечислять талантливейших людей. Мы все были объединены. Мы не завидовали друг другу, мы радовались успеху. А вы помните, как по-разному было? Грейси, а можно календарик ваш подивитися? Да, конечно. Я просто и подивлюсь, и покажу. Ну, это тени. Да, это тени как раз. А здесь коллажи внутри, которые я сделала. Ваши? Мои. Вы же художница? Да. мои и Игоря Горянова. Ага. Уникального совершенно художника. Ага. О. Ну вот, вот была же как раз Параджанов. Бачите, я легкой рукой открыл. А вот эта основа, это запаска. Так, моя. А от, вот смотрите, белый птах с черного знака. С черного знака. Да, это связано, конечно, с Ильенко. Это Рома Балаян, друг Параджанова. Любимий друг, який стільки багато зробив. А от ви згадали про цю неймовірно цікавий період і тусовку. І більшість цих людей, в тому числі і ваш чоловік. Це Наташа Ростова. Ні, ви щойно згадали про голлівудівський стандарт. Давайте ми їм покажемо. От голлівудівський стандарт. Щоб зрозуміти, чому полювали аж з Каліфорнії і приїхали до Москви. Так, пані Ларисо, а тепер дивіться, згадайте ті часи. Актрисі було легше, її, а таку як вас, кликали направо і наліво. А от коли ти неблагонадіжний фільмець чи сценарій напишеш, то отримаєш долю як в Параджанова або як в Іллєнка. Система починає їх молоти. А ви в одній сім'ї. У вас кудись запрошення, якийсь фестиваль, якась роль, а дядьки сидять без роботи, бухають. Так. Это было. Был такой период, когда, сделав такую картину, как «Тени забытых предков», на моих глазах... Так, черный знак. И белый флаг, да, что было с «Белой птицей», это чисто случайно. Шелеста, дети, сын, вернее. Да, посмотрел этот фильм, потом он был потрясен, семья. Шелеста была потрясена, и сын сказал... Виталий, его, по-моему, Виталий, потрясающий парень, умница большая. И он отцу сказал, слушай, чего положили на полку этот фильм? Посмотри. И отец посмотрел, он настолько верил. Два брати. Один за совок, другой за Украинскую повстанскую армию. Классичная драма украинского года. Да, и три брата. И когда посмотрел «Шелест», он сказал немедленно на Московский кинофестиваль. А з цього почалася репресії, так? От я в цьому випадку, як ви це проговорювали, коли ви зіркова і успішна, він талановитий, але без роботи роками? А Николайчук 10 лет после «Тени» не получал работы. Да, 10 лет. Что такое для актера 10 лет? Одно дело, что я в театре, и нету кино, но я в театре, я выхожу на сцену, а он киноактер. Это был страшный удар. А чому вони не ламалися? Так, перед системою, а інші ламаються. От як воно так є? Бо геніальних людей чимало можемо перечислити. Але потім подивимося. Одні зламалися, і при цьому залишалися геніальними. Ну, як люди лайно стали. А от ті, які тримали стержень, жерти не мали що, але не зламалися. Ви знаєте, у мене є таке предположення. Кстати, коли Сергія посадили, це случилось, це совершенно неожиданно случилось. Це був шок, коли Параджанова посадили. Там болезни, прочее, обвинили його во всіх гріхах. Мы все перепугались, потому что каждый подумал, что завтра ждет тебя. И Юра, его же много раз вызывали. Меня позвонили и пригласили, сказали, я к вам не приду. Но они что-то похихикали, и так это все на этом закончилось. Я им не была нужна. А завербовать? Нет, вы знаете, никогда. Мне повезло. Нет, этого не было. Но Юру доставали, и он много раз ходил. Но вони знали, що ви культова актриса в середовищі антисовєтських буржуазних націоналістів українських. Тобто вони би мали би сказати, пані Ларисо, приходьте, ми вам пропонуємо хорошу співпрацю. Не було б спроб? Ні, не було. Ні разу. Но всі були перепугані. Коли була об'єднана група людей, вот поразительно, это благодаря и Цверкунову, совершенно потрясающему директору, уникальному человеку, и Святославу Павловичу Иванову, который тоже поддерживал это поэтическое кино. И когда вот это случилось, вдруг стало распадаться. Понимаете, каждый зарылся в свой уголок. И все. И Иванов сказал, Святослав Павлович, это была большая умница, он сказал, разделяй и властвуй. Ребята, вас обязательно разделят. И закончится на этом потрясаюче українське кіно. А ви знаєте, дуже цікаво, коли, наприклад, потрапляєш абсолютно в інші моменти, були якісь дні української культури у Франції. Опа, і ти дізнаєшся, що зараз там буде Засідалова, французькі кінематографісти з академії їхньої, запросили з каліфорнійської, з американської академії, і там якраз буде саме розглядатися те, що вони вчать, вони вивчають українське поетичне кіно. Не тільки «Броненосець», «Потьомкін», вони вивчають саме оці фільми, в яких ви грали. Тобто ви в підручниках. Вы понимаете, я когда приезжаю за границу и только говорят о «Тени забытых предков» и «Маричке», у людей улыбка. Это уже классика. И они, можно к вам прикоснуться? Я говорю, пожалуйста. То есть такая какая-то удивительная. Он, конечно, создал уникальное кино, уникальную картину. Давайте повернемося до того моменту з внутрішнього цього стержня. Легко з сьогоднішнього дня судити когось за день вчорашній. Ніхто тоді не жив, ну, сьогодні ніхто не уявляє собі, в якій атмосфері це все відбувалося, так? Але я повертаюся до сьогоднішнього дня. Отут зараз новий скандал, новий хайп. Геніальний і веселий одесит Жванецький. Да. Вы знаете, что с ним зараз сталося? Нет. Ну, давайте включим телевизор. Я пишу все время об Одессе. И орден я получил за то, что я пишу об Одессе. Одесса – это и Россия, и Украина, это все что угодно. У меня есть моя страна – это Одесса. Сегодня президент наградил народного артиста России Михаила Жванецкого орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Писатель-сатирик удостоился награды за большой вклад в развитие культуры и искусства. 10 лет назад Жванецкий стал кавалером этого ордена 4-й степени. Угу. Другий орден від Путіна. На 5-й рік війни. А це від Путіна було? Ви ж бачили, це указ путінський. Ну да, указ. Я думала, що це... Ні, це путінський орден. І вже второй в Жванецького. І от тут почалася знову дискусія. Так? Тобто майстер слова. І орден від Путіна. Да, він потрясаючий, звісно, майстер. І одесит. Ну добре, а ви на його місці. Ви б із рук Путіна орден взяли? От сьогодні. Бо вчора якраз хлопця вбили, 19 років. Ну, це остання жертва. Ну, знаете, при этой ситуации, которая сейчас существует, конечно, нет. Потому что мне бы трудно было вернуться сюда. Понимаете, мне кажется, я, не дай бог, осуждать Жванецкого. Вы понимаете, он слишком большая личность и слишком великий писатель. Но я не могу, понимаете, это грех взять на душу. А от, я не знаю, почему он это сделал. Але є один важливий момент. От, ви слухали музику Сальери? Нет, я не слышала. А я слухав. Ну, геніальний композитор. Он был гениальный. Но его до сих пір осуждают. А Моцарт і Сальери, это же классика. Да? Классика, но неизвестно, на самом деле он отравил. Правильно, Сальери очень талантливый композитор. А чому ви кажете, що не можна талановиту людину за певні вчинки засуджувати тільки через те, що він мега-талановитий? Ну, понимаете, я не знаю, что его побудило. Я же не могу заглянуть в душу человека, который прошел большую школу жизни. А давайте заглянемо в іншу душу. Можливо, ви з цією людиною, можливо, теж не один раз перетиналися. Бо він теж геніальний. І він один із символів, отак як ви є символом українського кіно, він є символом грузинської пісні. Так, хто це? Ну давайте, Кікабідзе подивимося. Росія для мене як второй дом, розумієте? Музыка, искусство, друзей много очень. И вдруг я перестал туда ездить. Я мог этого не делать, но мне было стыдно смотреть на себя в зеркало и со своими внуками общаться. Как только выйдут танки и ракеты вывезут из территории Грузии, и Грузия станет такой, какая она была, я сразу поеду. Бачите, дві історії. Причому, напевно, однолітки. Правильно? Кікабідзе десь приблизно за Жванецьким. Це теж любимець Республіки. Його безумно любили, люблять. Але він сказав, що він не зможе собі Він сюди і приїжджає на концерти, його всі люблять. Я вижу його афіші. Він відмовився від Московського ордена дружби, від Путіна. Він відмовився і перестав концертувати. Це його позиція. От мені цікаво, як для вас, тому що ви москвичка з одної сторони, а з другої сторони ви легенда українського кіно. Як би ви для себе вирішували, якщо б завтра вийшов... Ви розумієте, там мій брат, знаменитий оператор Вадим Алісов. Рязанова фильмы все видели? Да, почти все фильмы. Он очень жестко, он иногда очень жестко говорит. Он человек жесткий. В отличие от меня, от мягкого характера моего, то он очень жесткий. Он поддерживает в основном Украину. И иногда такие вещи говорят. Я говорю, ты смотри, с языком своим ты потеряешь работу, ты преподаешь в институте и можешь лишиться работы. Ты, пожалуйста, думай. Это вы с Киева ему так и говорите, а он в Москве культовая особа. Я когда приезжаю к брату на праздники, я ему об этом говорю. Он говорит, а это моя позиция. Но при этом он любит Россию, потому что он родился в России. И, нет, родился он, кстати, в Киеве. Вот, бачный знал. В отличие. Вы понимаете, я вообще осуждать это всегда очень опасно. У меня друзья есть, иногда поступки бывают. Ты любишь этого человека, он тебе наносит какие-то болезненные удары. И я обижаюсь, я готова позвонить, я готова сказать, а потом я отступаю. Может быть, он это делал по какой-то своей причине, и другой поступок он не мог сделать. Я з російського інтернету витягнув один матеріальчик. Це коли Путін йшов опять на свій срок як кандидат в президенти. І от зараз про причини. От послухайте, що говорять на Росії про причини. І ви зараз впізнаєте кожного, хто є довіреною особою чекіста Путіна. Давайте подивимося. Эти люди презирают свою страну, и все, чем они занимаются, это заработком денег. Каждый из них, оправдывая свое присмыкательство, свое нежелание противостоять этому режиму, лишь одним: я спасаю театр, мне нужно кормить семью, необходимо держать университет на плаву, может быть, нам удастся выбить какие-то дотации. Все они лишь хотят пережить это время и надеяться, что кто-то, но не они, будут бороться с воровским, лживым правительством КГБшников. Да, цікавий матеріальчик. Ці люди, от кожен з них, згадайте довоєнні часи, та це така одиниця, де всі ці КГБшні президенти присмикатися повинні будуть. Чи там Винокур, чи Хазанов, вот я просто... Хазанов, я очень хорошо знаю Кончаловского. Ну, мы даже с ним и в Польше вместе встречались. Он был полный Толстой. А вы разумеете, кожен з них находится... И Михалкова я очень хорошо знаю. Это, конечно, безумно талантливые люди. Они очень талантливые. Так что сталося з ними? Їх ж ніхто в Гулагі не засилав. К стенке не ставили. Нет, нет, их не ставили. Правильно? На допыты их не таскали в ЧК. Ага. Никогда не шукали ответ на это питание? Ну, вы знаете, мне трудно сказать, потому что они оба безумно талантливые люди. Но они хотят, наверное, работать. Они хотят снимать кино. И идут этим путем, путем компромисса. А с кем они компромисс делают тогда? Ну, я с властью всегда... Поэт і цар. А Артем Троицький не йшов на компроміс, виїхав. Я дуже багатьох знаю, які просто взяли і виїхали. Да. Ну, вы знаете, что если есть деньги, могут люди выехать. Эти люди богатые. Они жили за границей, и Кончаловский жил в Америке. Опять-таки он вернулся, потому что ему нужна родина. Или там его не совсем так принимали. Голливуд не очень-то легко покорить, понимаете? Там есть гениальные режиссеры. Почему-то он вернулся. Але для вас батьківщина – це Україна чи Росія? Нет, Україна. Иначе б я могла спокойно уехать в Росію. Я і про це і говорю. Ви коли йшли по Криворівні, напевно, всі місцеві гуцули казали «наша», правильно? Вы что, я приезжаю туда, они меня хватают. Но я на русском языке говорю, им все равно. Они видят Маричку. Потому что вы Маричка. Маричка. И я благодарна Богу, что я же могла быть в Голливуде, иметь самолет, а не эту паршивую квартиру, в которой я живу. Но я люблю Украину. И я никогда, я уезжаю за границу, я все время возвращаюсь домой и скучаю именно по этой стране. Так все-таки митець може втримати удар? Тим більше такі самодостатні, які заробили такі великі гроші. Ну, таке да, ім'я. От вони могли би втримати, теоретично, уявляємо собі, їм кажуть там, типа, у нас тут КГБшний, Моріс КГБ, да, йде в президенти. Ну це його поганяла була Моль, якщо ви знаєте, в Путіна. Да? Такі кримінальне злочинне угрупування з Пітера називалося Кооператив Озера. От оце вони. От, а вони би сказали, так що це Моль? Я там суперрежисер, я народний артист, я... Ну, от ці люди, вони могли так сказати, це не моє, я займаюся, наприклад, мистецтвом. І це тоді не був би компроміс, правильно? Наверное, нет. Наверное, если бы они уехали, это не был компромисс, у них есть деньги, они могут уехать. А вас ніколи українська влада не пробувала на якийсь компроміс потягнути? Поагітируєте за... Никогда, никто. Меня настолько хорошо ко мне относятся и верят мне. Я делаю то, что присуще моей душе. И совесть. И несмотря на то, что мне обещали и квартиру, и что мне только не обещали. Но я люблю Украину, я люблю свой театр, театр Леси Украинки. Я люблю режиссеров, с которыми я работала. И одного дуже любили. Да, я любила Ильенко, я любила Глазунова. Я люблю моих друзей замечательных, которые преданы и любят. Я люблю спектакли, которые играют. Да? А, вот. Актрисе всегда 18 лет. Ви знаєте, що? А скажіть, дивіться, це велика когорта людей, такі, так само, як і ви, які були максимально, от Кікабідзе навіть казав, каже, це ж моя друга батьківщина, які були максимально інтегровані, ну, в ці речі, знаєте, там, починаючи від Серебряний вік, закінчуючи своєю класикою українського, там, чи російського, радянського інтелігента, там, Тургенєв, Достоєвський, Чехов, та, Толстой. От все це відійшло на другий план. Але все це відійшло на другий план, тому що пішла пропаганда і пішла війна. І кіно, і театр стали частиною війни. Ви ж знаєте, що є ж пропагандистські фільми, театральні постановки, все. Мистецтво стало на рейсі війни. Ви розумієте, в чому діло? Іскусство ніколи не должно сопровождаться и связано быть, мне кажется, с такой пропагандистской политикой. Вы понимаете, в чем дело? Оно само по себе будет пропагандой, если это настоящее искусство. Так, але люди, які були інтегровані в цю класичну еру російської драматургії, літератури, от що буде з ними? Вы знаете, когда гибнут люди, это страшнее нет ничего. Когда я вижу молодых людей, которые без рук стоят и протягивают свои шапки или что-то такое, я иду, у меня комок слез, и я обязательно даю все, что у меня есть. Понимаете, что это... после войны? Мир. Не, а по линии Россия-Украина будет что-то? Я думаю только одно. Люди должны жить в мире, потому что народы потрясающе талантливые. Что Украина, что Россия. Добре. А Крым віддадуть вони? Или будет дальше? Этот полуостров маленький, который входит на территорию земли под названием территории Украины. Это и есть одна общая земля. Тобто украинская или российская? Украинская, конечно. Вот. Так, ну але це, бачите, тут ми поставимо 3 крапки, тому що ми могли б так цілу ніч говорити. Ми могли б цілу ніч говорити, і ви розумієте, время проходить. Вот вспомните, Вторая мировая война, сколько погибло людей. Нам же дают сигнал, что наш час вышел. А, боже мой. И все-таки сейчас Германия и Украина живут в мире. И слава тебе, Господи, прошло сколько. 7 поколений. Пані Ларисо, Я навіть не знаю, як вам дякувати, тому що я дуже багато історичу і виховувався на ваших фільмах. І мої діти будуть теж дивитися ті фільми, в яких ви грали. Що-що, а от актори знають, що робити з цим. Це від моїх спонсорів вам. Лариса Кадочникова, жива легенда кінотеатру і людина, без якої зовсім інакшим би були і наш театр, і наше кіно. Дякую вам, а вам за увагу. Дякую.